Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вам рассказать и показать, как проходил турнир 25 февраля в скейт-парке Red Deck. Вот мы сейчас движемся от метро Нагорная в сторону данного скейт-парка. Я ни разу до этого момента в этом скейт-парке, да и вообще в скейт-парках не был. И как я понимаю, данный скейт-парк впервые проводит шахматный турнир и ни разу не проводили турниры. Поэтому встает вопрос о том, как будет проведен турнир, какие будут доски, какие будут часы, какой будет контроль, какие будут игроки. Всегда, когда едешь в первый раз, получаются такие моменты и вопросы. Ты не знаешь, чего тебе ожидать, поэтому, с одной стороны, это добавляет какой-то интриги, а с другой стороны, это добавляет мандража, потому что ты не знаешь ни соперников, ни места, и довольно тяжело настроиться. Поэтому нам остается только вот дойти до самого места и узнать, как и что, как все будет проходить, как все будет устроено. И вот мы уже находимся на четвертом этаже здания. Помещение, конечно, очень камерное. Здесь я считаю, что нужно снимать НТВ-шные сериалы. Например, сцены, где такие сериалы, как «Братаны», где главный герой Алексей Кравченко и мистер Сергей Селин, который Дукалис, проводят тут какие-то бои. Вот уже даже кровь есть на стене, двери, как у морга. Сцены перестрелок, бандитов, притоны. Прям идеальное место для съемок именно сериалов. И вот у нас вход в скейт-парк. Довольно темно. Вот здесь уже есть рампа, на которой дети начинают кататься, и лестница на второй этаж. Мы поднимаемся, потому что на втором этаже будет проходить шахматный турнир, и мы сейчас увидим, что же нас там ждет и как же все устроено. Поднимаемся мы с ожиданием, сердце бьется все сильнее. Так, и мы вот наконец-то на втором этаже. Со второго этажа вид, детские рампы, серьезные рампы. Те, кто нас играли в игрушку Тони Хоук, и теперь приходят катать. Вот у нас небольшая шахматная доска, а размер не очень большой по отношению к столу. Вот у нас вторая шахматная доска, тут еще пару досок. Дальше мы видим огромную рампу. Вот дети учатся и падают. Самое удивительное, что здесь есть даже специальный вырез, откуда можно прыгать со второго этажа. То есть, видимо, это делают профи. Это вообще очень жестко, мне кажется. Мне кажется, даже на сидя на заднице съехать довольно страшно, не говоря уже о том, чтобы на доске отсюда съехать. А теперь мы ждем остальных участников. Узнаем, какой контроль. Мы видим доски. Сейчас посмотрим, какие фигурки нас ждут, потому что это тоже немаловажно. Хорошо ли отличимы король и ферзь, ферзь и слон, пешки. Видно, что фигуры пластиковые, фигуры новые. Кони оформлены четко и ярко. Дальше мы видим здесь барная стойка, кока-кола, энергетики, минеральная вода. Вот все можно купить. От 50 до 150 рублей. Уклоняются ребята, видимо, от налогов. Перевод на карту. Ну, видимо, просто не смогли и не успели поставить эквайринг. И вот мы расставили сами шахматные фигуры для того, чтобы посмотреть, какие доски. Итак, что мы имеем? Мы имеем первая новая доска с пластиковыми фигурами. Хорошо оформлена ладья, конь, слон, король с крестом на голове, ферзь. То есть все фигуры хорошо отличимы. На такой доске довольно приятно играть. Вторая доска такого советского типа. Сзади даже там кто-то решал математику на деревянной доске. Тут, конечно, слоны худощавые, очень, ну, не могут сливаться с пешками. У короля не такая большая голова. Но, в принципе, тоже играть можно, все различимо. Также вот пока мы ожидаем турнир, мы видим, что здесь есть что-то типа местной качалки, где гости, спортсмены могут прийти, позаниматься. Вот есть доска для баланса, можно покачать пресс, гири, гантели. Все для того, чтобы поддерживать физическую форму при
выполнение сложных акробатических элементов. И вот теперь вид этой большой рампы со стороны качалки, вид вот этого спуска и как все происходит. И детская рампа, и удивительно, но это популярно. Сейчас это снова популярно. Потихоньку уже там вот зрители, игроки собираются, и мы ждем начала шахматного турнира. Ждем начала шахматного турнира. Первого шахматного турнира, который проходит 25-го, если я не ошибаюсь, 25 февраля в скейт-парке Red Deck. И вот у нас партия первого тура. Партия первого тура. А свою партию к этому моменту я уже отыграл. Поэтому мы ждем окончания других партий. Слева играет, видимо, директор и, может быть, даже владелец или совладелец скейт-парка за белых, за черных его соперник. Позиция на доске. Ну, сложно что-то так сказать сходу. Сейчас, к тому же, еще не так все четко видно. Плюс рядом, находясь с игроками, комментировать там, как что расположено, непонятно. Но вот проходит первый этап. По времени соперники стоят довольно близко. А по позиции я считаю, что тоже. Так, ну а это у нас партия уже второго тура. Я уже также отыграл свою партию. Вот, как видно, борются все, от мала до велика. В шахматах все равны. Да, стульчик немножко ободранный. Вот зрители и другие игроки смотрят, улыбаются, следят за ходом противостояний. И приз за первое место – игра Камисадо. Как вы видите, мне удалось выиграть этот турнир. Мне подарили такую игру. Игра очень интересная и прикольная. Она похожа чем-то на шахматы. Есть 8 монахов. У каждого доска также 8 на 8. И смысл игры в том, что выигрывает тот, чей монах первый дойдет до противоположной стороны. Игра очень увлекательная. Я в нее уже поиграл, попробовал. Если будет интересно, сделаю на нее обзор и покажу, как в нее можно играть. А скейт-парк благодарю за прекрасный турнир, за хорошую атмосферу, за прекрасный подарок, за первое место. И до новых встреч, друзья!